Привет, друзья! Очень рада вас видеть и, наконец-то, поздравляю вас с такими долгожданными и все-таки наступившими новогодними праздниками. Сегодняшнее видео будет о моих покупках для мыловарения. Действительно, немножко нетипично для моего канала, но все дело в том, что мне кажется, что зимние каникулы — это как раз то время, когда мы можем посвятить себя всяким разным любимым занятиям, таким вещам, на которые нас не хватает просто в обыкновенные дни, в рабочие будни. Если вам интересно, оставайтесь. Мне кажется, что одно из самых популярных мест в Москве, вот именно такого рода ориентированных для маловаров, это мастерская «Мама мыла». И, честно говоря, я именно там чаще всего бываю, просто потому что мне территориально очень удобно находится рядом с метро Курская. У них сайт есть, я вам ссылку внизу оставлю, но никакого интернет-магазина вы там не найдете. Так вот, сайт я постоянно штудирую, чтобы выбрать только то, что мне нужно, чтобы не купить ничего лишнего, потому что вы не представляете, насколько вообще меня этот мыльный шопинг затягивает. В этот раз я очень хотела перламутр, потому что из какого-то видеоурока, как это правильно называется, мастер-класса, я подчеркнула очень крутую идею мыла с перламутром, а у меня вот, как назло, только жидкие красители для мыльной основы. Я выбрала перламутр одного из самых нейтральных, как мне кажется, оттенков, называется розовый жемчуг, и пока еще, к сожалению, у меня не было времени с ним поработать, но я думаю, что к моменту, когда это видео выйдет, вы, может быть, сможете посмотреть какие-то результаты. Очередной жидкий краситель я купила тоже, такой, которого у меня еще не было, и я удивилась, каким прекрасным получается оттенок. Называется персиковый нектар, повелась я в том числе на то, что этот краситель заявлен как пищевой, то есть можно будет его использовать на Пасху, еще в каких-то таких полупищевых целях. Конечно же, не смогла уехать без очередной формы для мыла, но неудивительно, что самая популярная тематика форм сейчас, новогодняя, я трезвым взглядом на свою коллекцию мыльных форм посмотрела и поняла, что вот как раз новогодних у меня предостаточно, но все-таки разрешила купить себе только одну и, конечно же, самую прекрасную. Теперь поселился у меня вот такой олень Рудольф. Ну, вообще, милашка-улыбашка, очень он мне нравится. Я, да, предпочитаю формы пластиковые, просто потому что они более дешевые и можно купить их больше, чем силиконовых. Наверное, да, силикон более износоустойчивый там, и прочный, но я не готовлю мыло в промышленных масштабах, я не готовлю мыло на продажу, поэтому пластиковых мне хватает вполне. Купила совершенно нетипичную вещь для себя на водорастворимой бумаге картинки. Я, да, смотрела много мастер-классов о том, как можно картинку поместить в прозрачную мыльную основу и как это здорово получается, но думала, что вряд ли когда-нибудь этим советом воспользуюсь, потому что я не люблю заморачиваться с мыловарением, я вообще по жизни не люблю заморачиваться. Когда я увидела эту женщину, я поняла, что я просто обязана попробовать, вообще не лениться и попробовать. Уже попробовала, как видите, и действительно, это делает процесс изготовления мыла немножко более долгим, немножко более сложным, но результат того стоит. В рамках своего мыльного хобби я впервые пару недель назад посетила магазин «Идея». Обожаю, когда так пакеты показывают. Ну, короче, «Идея» — все для творчества и украшения дома. Если вдруг вы находитесь в Москве, то это на Филях, в торговом центре «Филион», на самом последнем этаже. И там можно найти вот реально все там. От товаров для изготовления фарфоровых кукол, валяния, шитья, выжигания по дереву и заканчивать всяким разным для мыловарения. Я форму накупила, вот такие вот классные с котятами. Эти двое очарованные и влюбленные здесь такой грациозной забабочкой охотятся. Получаются как раз классические 100-граммовые кусочки мыла, очень приятные по своей форме. Мне кажется, что можно их прям вместе красиво упаковывать и в подарок преподносить будет очень даже. Еще одна форма ничем не примечательная в виде плитки шоколада, но такой не было в моей коллекции, а я просто обожаю мыло с кондитерскими отдушками, рецепты с темным шоколадом, с кофе, они мне хорошо подходят, поэтому для меня это то, что нужно. И, кстати, на всех формах из магазина «Идея» я обнаружила наклейки со ссылкой на сайт выдумщики.ру, может быть, эти двое партнеры или там что-нибудь такое, но, может быть, я даже смогу вам оставить линки на все вот эти формы, как вы уже поняли, сайт выдумщики.ру — это интернет-магазин, у них, по-моему, есть даже доставка по всей России, поэтому, возможно, я смогу быть вам полезна. Эти две формы пришли ко мне из Китая, я их заказывала через eBay, там, через AliExpress. Они, да, силиконовые, но стоили как-то совершенно недорого, типа 4 или 5 долларов. Кстати, оплачены были по нормальному курсу, потому что дело происходило еще летом. Потом они ко мне страшно долго ехали, но тут все понятно, Китай же далеко, и я их получила в ноябре. Открываю посылку, а я всегда все посылки открываю прямо на почте, и понимаю, что, ну, это жесть. Реально, черты что, внутрь лучше совсем не заглядывать. Я так расстроилась, потому что, когда этот товар выбирала, я руководствовалась на сайте в том числе фотографиями неправдоподобно красивого мыла, которое здесь якобы можно получить. Но слово «неправдоподобно» я употребила не зря, когда увидела это вживую, поняла, что да, я лошара Микантара, китайцы, как это часто бывает, меня обманули в очередной раз, я не хотела это даже нести с почты домой, потому что нафига тащить, если все равно потом выкидывать. В последний момент почему-то решила дать им шанс, просто залить сюда белую основу, посмотреть, что получится, потом ее можно будет переплавить.
И знаете, пришлось взять свои слова обратно, чему я несказанно рада. Мыло действительно великолепной красоты получается. Я не буду пытаться подобрать другие термины, просто оставлю для вас фотографии. А вот ссылку на товар оставить не смогу, потому что у этого продавца его, к сожалению, больше нет в наличии. Друзья, я надеюсь, что вам понравилось такого рода видео на моем канале о покупках для хобби, потому что иногда они происходят, и расскажите, интересно вам послушать или нет. Я желаю вам замечательного дня, великолепного новогоднего настроения и очень классных праздников. Расскажите, как они у вас проходят. До новых встреч. Пока!